Доброе утро. Уже около года я собираю некоторые свои жизненные наблюдения и называю их заметками натуралиста. Их уже достаточно много, и можно я буду некоторыми из них с вами делиться. Например, ваш мужчина, с которым у вас вроде бы неплохие отношения, внезапно или после мелкого конфликта заявил, что ему нужно побыть одному и подумать. Звучит красиво, но запомните, если мужчина сказал, что хочет побыть один и подумать, в 9 случаях из 10 это означает, что, во-первых, ни о чем он думать, конечно, даже и не собирается. Во-вторых, скорее всего, у него есть другая женщина, и он просто устал скрывать это от вас и хочет спокойно побыть с ней. И поверьте, это еще хороший вариант, потому что плохой вариант – у него никого нет, но вы его настолько достали, что он все равно хочет побыть один, отдохнуть от вашей всеудушающей любви, и ему уже лучше одному, чем с вами. А где же утренний позитив? Он есть у меня. Если мужчина сказал, что хочет побыть один и подумать, у вас еще есть шанс. Вы нужны ему, и он не готов вас терять. Что нужно делать? Играть на опережение. Исчезнуть. Не шевелиться. Не маячить. Не звонить. Не писать. Прикинуться умершей в прошлом году. А когда он появится? А при правильном поведении шансов на это 9 из 10. Еще долго. До года. Прикидываться озабоченной чем угодно, только не им, и закрутить мокрую от слез гайку на горле своей любви так, чтобы он еще долго, желательно всю жизнь, был озабочен только одним. Как же ее открутить назад? И никак иначе. Доброе утро!